Здравствуйте, в эфире телеканал, э, простите, Финам ФМ, я Игорь Виттель, это программа «Парадокс» с Игорем Виттелем, и в студии у меня Алексей Маслов, директор Центра стратегических исследований Китая Рудена, точнее Российского университета дружбы народу, зав. отдельной линии Востоковедения Высшей школы экономики, Игорь Короченко, председатель общественного совета при Министерстве обороны, главный редактор журнала «Национальная оборона», обсуждаем мы сегодня экономику войны, точнее, ближайших возможных военных конфликтов и приготовления к ним. Напомню, телефон в студию у нас 65 10 996. Код города 495. Или пишите на сайт finam.fm на страницу Парадокс. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, Игорь. Ну и вот прямо с жару с пылу опять в Северной Корее. Как говорят, у нас сейчас я точно зачитаю новость, там уже обнаружены совсем какие-то последние приготовления. Говорят, что вот просто уже руки лежат, едва ли не на кнопке. Ожидаете ли вы, Алексей, того, что это наконец... В моих словах нет ожидания радостного, но тем не менее случится. <свёздный> <свёздный> ну, еще, наверное, неделю назад я сказал бы, это практически невозможно. Но, судя по тому, как сейчас движется Северная Корея, более того, чем закончились, точнее, не закончились приговоры китайских представителей Северной Кореи, которые пытались хоть как-то охладить жар северных корейцев, я бы все-таки сегодня дал бы небольшой процент, а может быть даже небольшой, а процентов 40 на то, что начало военных действий возможно. И связано... Каких? Какая это война может быть? Это, конечно, локальная война не а ядерная вот, нет не ядерная война потому что ядерная война неизбежно породит такую дестабильность в регионе что мало не покажет никому ни Китаю ни России ни безусловно ни, на да. Северной Корее это как э, на это знаете как была такая поговорка в криминальных кругах с обиженки пацанов не волнуют пацаны в Северной Корее по-моему э, вполне себе готовы э, к этому повороту событий. Да, более того, они не просто готовы, по крайней мере, те беседы, которые мне приходилось вести с э, представителем Северной Кореи на самых разном уровне, действительно говорят, что граждане на бытовом уровне готовы воевать, готовы погибать, и э, военные э, с высшим командованием я не встречался никогда, но э, на бытовом уровне также готовы идти вперед. Угу. Э, здесь есть од одна особенность. Э, Китай китайские представители неофициально заявляют о том, что во многом Северную Корею к вот этой эскалации вооружения подталкивает никто иной, как США, которым очень хочется испытать свою силу в этом регионе. Поскольку uh -huh. это первый инцидент, в общем, за, за последние, собственно, со, Второй мировой войны, с 50-х годов, когда США может попробовать силы по-настоящему, по-крупному в этом регионе. И э, сегодня даже есть такая в известной степени антиамериканская риторика в китайской прессе, хотя Китай выступил резко з, э, в поддержку санкций антикорейских, антисеверокорейских вон, но при этом есть антиамериканская риторика, которая говорит, что США само подталкивает Северную Корею. То есть китайцы Корею. считают, что США стоят за всем этим, США пытаются разозлить Северную Корею, чтобы Северной Кореи не выдержали нервы, американцы бы вмешались в этом регионе, нагадили Китаю и восстановили свои позиции. Восстановили позиции, нагадили Южную Корею, я все правильно понимаю, да? да? Игорь Юрьевич, как вам такой сценарий? Ну, когда есть развернутые военные потенциалы, война может действительно вспыхнуть. Другое дело, а, все-таки не будем забывать, что по своему техническому оснащению Северокорейская армия это армия, ну, в лучшем случае, наверное, где-то армия конца 60-х годов. А что мы знаем о Северной Корее? Мы можем так вот э, утверждать, что таки да? Но дело в том, что идеологически я так разделю, в общем-то, мнение моего коллеги относительно того, что армия северокорейская воевать готова, она мотивирована. То есть, как бы, вот этот вот, назовем милитаристский психоз в обществе и умелая политическая работа, а у них существует, ну, даже в более гипертрофированном, в таком выражении, чем в Советском Союзе, северокорейский главпор, То есть, ну, военнослужащие готовы воевать. Ну, понимаете, ведь армия Саддама Хусейна тоже была готова воевать. Но И... получилась бесконтактная война. Собственно, вот эти вот бронированные дивизии Саддама были переколочены с воздуха еще до момента, пока сапог американского солдата вступил на иракскую территорию. Но тут есть, вы знаете, э... да. немаловажный момент. Сейчас, я на секундочку, вас перебью, я хочу голосовалку устроить. 55-33, короткий номер, русская буква «А». Если вы считаете, что в ближайшее время либо в Северной Корее, либо в Сирии, либо в Иране, либо еще где-то в горячих точках начнется а, полномасштабная война, русская буква А на короткий номер 5533. Если нет, 5533, русская буква Б. Поехали, простите, Игорь. Таким образом, да, есть фактор неопределенности, связанная с тем, каков, собственно, реальный боевой ядерный потенциал Северной Кореи. Ну, совершенно очевидно, что компактной боеголовки там нет, точно так же, как нет там ядерного устройства, которое можно, допустим, разместить в авиационной бомбе. А, вот, а что там есть? Ну, я думаю, в лучшем случае там есть устройство, которое может быть размещено, скажем, в железнодорожном контейнере, да. И mm -hmm. либо трейлером, либо морским транспортом куда-то доставлено и подорвано. Это максимум, на мой взгляд. То есть нанести э ракетный ядерный удар они не могут? Не могут. Они могут нанести ракетный удар. У них есть ракеты э на базе советских технологий ракет СКАТ. Э mm -hmm. э в принципе, они нанести ракетный удар могут. Но это будет не ядерный удар, а в данном случае это меняет просто всю ситуацию. Учитывая, что опыт ведения Соединенными Штатами Америки бесконтактных войн, он достаточно масштабен. Вот здесь все-таки есть такое ожидание, что северокорейскую армию может постигнуть судьба армии Саддама Хусейна только с еще более катастрофическими последствиями. Ну, будут камикадзе, будут, так сказать, люди, которые готовы там на доты бежать, либо разминировать свои физические да, минные поля, путем, так сказать, стройными шеренгами а, направляясь туда. Но вот этот фанатизм он не, не подкреплен, современного... подкреплен материально-технической базы соответствующей. А все-таки армия США, ну и их союзники Южная Корея, это достаточно технологичная армия 21 века. То есть э, Северная Корея шансов выиграть у нее нету. Но устроить что-нибудь серьезное это в принципе да, есть. Потому что будут диверсионные группы, uh -huh. соответственно, там у них сверхмалые подводные лодки, где они могут там высадиться и совершить теракты какие-то, безусловно. Но самый главный критический вопрос это ядерный фактор. Uh -huh. Если США для себя решают проблему таким образом, что ну, вот этот вот контейнер, условно говоря, да, это все-таки достаточно крупногабаритное устройство, начнут его, так сказать, куда-то северокорейцы транспортировать, и американцы смогут нанести быстрый удар, а в реальном масштабе времени такой удар могут нанести, тогда как бы фактор преимущества вот этого ядерного статуса Северной Кореи, он будет нивелирован. Спасибо. Алексей, а Путин же тут с Си Цзиньпином беседовал, да, э, э, они встречались, да еще и БРИКС сейчас проходил. Вот есть какие-то э, мысли, информация, догадки а, по поводу того, о чем они говорили в военном плане? Есть официальная сторона вопроса и неофициальная сторона вопроса. Mm -hmm. Официально э, нигде, ни в, ни в каком совместном коммунике не затрагивалась проблема Северной Кореи, то есть такого слова просто нигде не было записано. А вот озабоченность по поводу ситуации э, вообще с э, ядерной ситуацией в мире и в Восточной Азии высказывалась. Здесь надо понимать, что э, если действительно, не дай бог, развернуться военные действия на территории э, Корейского полуострова, это не будет войной США против Северной Кореи. Это будет серьезное столкновение сил, в общем, подобных войне 50-го года, 53-го, 56-х годов. То есть, с одной стороны, будет выступать Китай, безусловно, с какой-то поддержкой России и США. Надо учитывать, что Китай за последнее только время провел, за последний год провел 40 различных учений, в этом регионе и, например, в феврале, то есть меньше месяца назад, журнал британская публикация в Тайме в Таймсе утверждает, что Китай готовится к абсолютно реальной войне, которая направлена на защиту корейского полуострова. Приводят соответствующие цифры. От Северной Кореи. Либо Китай будет все-таки на стороне Северной Кореи. Вступает. Китай однозначно будет на стороне Северной Кореи. В плане недопущения туда э, присутствия там американцев. Вот то, что как раз говорил мой собеседник, абсолютно правильно, это э, не дать э, не допустить, чтобы сапог американского солдата встал на эту территорию. Ну хорошо, а если это будет волнение Северной Кореи с Южной без участия американцев, что будет делать Китай? Китай обязательно вмешается, потому что это абсолютно четкая сфера его интересов. И надо учитывать, что э, обратить внимание на некоторые последствия встречи э, Си Цзяньпина и Путина. Э, Наверное, впервые так круп, покрупно обсуждался военное сотрудничество, причем военное сотрудничество не только, правда, это официально не, под, не подтверждено, но так или иначе есть сведения о, о продаже Китая российских вооружений э, и о контрактах по российским вооружениям, но довольно, и это уже не секрет, обсуждался довольно четко вопрос о совместных учениях, которые, например, запланированы на июнь этого года, то есть э, страны, на самом деле, ни Россия, ни Китай не ожидали столь быстрого развития э, ситуации в этом регионе. Но если мы посмотрим, ведь учения все равно предполагают какого-то потенциального противника. Если посмотрим, кто вообще потенциальный противник, против кого учатся защищаться китайцы. Вот против кого об этом скажете после выпуска новостей, если не возражаете. Буквально через минуту вернемся в студию. Ну что ж, мы возвращаемся в студию. Напомню, в студии у меня Алексей Маслов и Игорь Короченко. Это «Парадокс» с Игорем Витрием. Напоминаю, короткий номер 5533. Если вы считаете, что в ближайшее время мы увидим где-либо в мире полномасштабный Конфликт э, военный, э, русская буква А, если нет, на 55-33, русская буква Б. И Алексей, простите, что я вас прервал, а вы начали говорить, против кого же мы дружим? Вот э, первоначальные учения, когда первый раз э, между Россией и Китаем устраивались, хотя это опять-таки нигде не декларировалось, предполагалось проблемы Тайваня, э, поддержка Тайваня со стороны США, ну и, соответственно, э, удар коалиции против против тех, кто нападает на Китай. А вот сегодня, конечно, насколько я понимаю, потенциальным противником выступает даже не столько конкретная страна, конечно, не Северная Корея, которая никогда не будет нападать на Китай. А ситуация, которая может сложиться, потенциальная ситуация, когда Северная Корея при под... когда США при поддержке Южной Кореи, точнее в коалиции, выступает против Северной Кореи. Угу. Есть здесь один момент, который мы должны четко понимать. Если война это вещь не очень хорошая для, по многим параметрам для региона, подготовка к войне очень выгодна, например, Китаю, именно эскалация вооруженных сил. Китай же в этом году впервые резко взвинтил свой э, военный бюджет. Он взвинтил его больше почти на 11%. То есть он достиг 116 миллиардов долларов. Это, конечно, меньше, чем 500 миллиардный бюджет США, но как, э, естественно сразу посыпались обвинения в сторону Китая. Китайцы объясняли, что вы знаете, ежегодно в течение последних э, 5 лет мы, э, наш бюджет держался в районе э, 1,2%, 1,4% от ВВП, в то время как у США было больше 4% там 4,5%, а у Франции около 3%. И когда у Китая начали спрашивать, против кого вооружаетесь? Вот сегодня появилось, наконец, объяснение. Мы вооружаемся против той ситуации, которая может сложиться в Восточной Азии. И если это связать еще со словами заявления Си Цзяньпина, который, в том числе, во время визита в Москву говорил, что Китай никому не угрожает. И Китай никогда не будет никого на нападать, но Китай будет защищаться. Вот оказывается, что ситуация вокруг Северной Кореи очень удобна для наращивания, наращивания военного потенциала Китая. Вопрос, Игорь, а что тогда Россия-то делает в этой ситуации? Значит, мы имеем на одной чаше весов Северную Корею старшего брата Китай, на другой Южную Корею и Соединенные Штаты Америки. А нам-то во всем этом, простите, чего ловить? Ну, я абсолютно убежден, что все-таки реального военного союза между Россией и Китаем не будет слишком глубокие противоречия. Потом китайцы все-таки, они более прагматичны в таком партнерстве. Они сами не заинтересованы в выстраивании такого военного союза, а мы не заинтересованы в нем выстраивании, тем более. Исходя из чисто прагматических как бы, обстоятельств, мы понимаем, что идет конвертация мощного экономического потенциала Китая в военную мощь. На самом деле Россия заинтересована в том, как сегодня развивается вектор военных устремлений Китая. Приход нового лидера совершенно четко обозначил э, то, что Китай будет идти э, в Азиатско-Тихоокеанский регион. Он строит авианосцы. У него, у него есть планы глобальной экспансии. Понятно, что э, после того, как будет так или иначе решена тайваньская проблема, Китай пойдет дальше. Это сегодня вызывает головную боль там, начиная от Сингапура до Австралии. И на самом деле нам это хорошо, что китайцы не глядят на пустынные безлюдные местности Сибири и Дальнего Востока. То есть, как бы, нам это выгодно в ситуации а вдруг вокруг... они начнут глядеть? Ну, может быть, но это будет уже, наверное, там очередное поколение китайских руководителей. Все-таки китайская политика, она достаточно, я бы сказал, ну, не инертная, но там есть такие долгосрочные стратегические, как бы, целеполагания. Ну, вот, закончилась эпоха. Фактически сейчас, ну, на мой взгляд, идет прощание с военными заветами Дэн Сяопина, когда он говорил, надо накапливать потенциал и не высовываться. Сейчас... Новый китайский лидер, который взрос, так сказать, в различного рода военных канцеляриях, я напомню, что этот человек очень близок к, именно к военным китайским. И, скажем, вот новые назначения, которые произошли, я напомню, вот новый китайский министр обороны, до этого произошли назначения главкомов видов вооруженных сил, целый ряд генералов выдвинулся, ну, например, куратор китайской военной разведки, зам НГШ китайского Мао вырос в главкома китайских ВВС и так далее. То есть мы видим, идет смена генерации поколений. И все-таки, я думаю, вот в этой ситуации, которая складывается, для нас принципиально важно, чтобы Китай выступал в качестве нашего союзника по проблематике противоракетной обороны. Не случайно, когда председатель КНР был в российском генштабе, ему показали центральный командный пункт и показали, как утверждают модели, как будет влиять э, азиатский сегмент американской про на китайские ядерные возможности. На него это произвело, говорят, очень сильное впечатление. Поэтому союз будет, но он будет такой прагматичный, не военный, а скорее всего геополитический. Потому что идет совпадение интересов на ближайшие, может быть, 10-15-20 лет. Что будет дальше, мы не знаем. Но совершенно очевидно, что на северокорейскую ситуацию, на конфликт мы будем реагировать чисто политически. И я, честно говоря, не знаю, готов ли Китай, скажем, к военным мерам реагирования. Не готов это сказать сто процентов. Видимо, сейчас как раз идет мозговой штурм в Пекине относительно того, какую позицию занимать, если действительно будет война. Спасибо. С нами на связи по телефону Владимир Сотников, старший научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений отдела Ближнего и Среднего Востока Института Востоковедения РАН. Здравствуйте, Владимир. Добрый день. Вы не могли бы, кстати, сделать переемник потише, чтобы не фонило? Вы знаете, что я сейчас в таком месте, что а. я не могу сделать переемник потише. А. Я просто не, не, не дома. Ага. Не, не в офисе. Спасибо большое. Владимир, как вы расцениваете э, вероятность конфликта как Северной Кореи с Южной, так и э, ближайших серьезных конфликтов на Ядерном Востоке, и с применением ядерного оружия? Ну, э, если говорить, э, скажем, о возможности э, такого военного конфликта между Северной и Южной Кореей, вы знаете, я бы назвал это коротким словом. Со стороны Северной Кореи это блеф, на самом деле, mm -hmm. и э, мне кажется, что э, Северная Корея даже вот последнее решение, да, скажем, если взять э, вот сегодня поступила информация, что э, северокорейский руководитель молодой руководитель э, приказал привести э, ракеты э, в боевую готовность, да, боевую да, и нацелить их на цели Южной Кореи и США. Вы знаете, это мне кажется, это это блеф, на самом деле, потому что э, ситуация в Северной Корее, конечно, не так проста, как это кажется, и одним только словом блеф это э, нельзя ха охарактеризовать. Э, так сказать, все, что происходит сейчас на, на корейском полуострове. А, но а, то в том, что а, это такая игра, мне кажется, со стороны северокорейцев, когда они, понимая, что вот скажем, свою ядерную программу вперед и так, произведя вот 13 февраля третье ядерное испытание, о том а, вот, это, вот этот виток напряженности с, с южным соседом, это на самом деле попытка выторговать себе такие более-менее выгодные условия, которые бы помогли фактически уже тонущему режиму, а я считаю, что это режим тонущий, только непонятно, сколько он будет тонуть, удержаться на плаву. Потому что, скажем, вы знаете, вот буквально вчера на совещании его МО на конференции, там были озвучены такие цифры интересные. По Северной Корее. Оказывается, что 20% корейцев живут за чертой бедности. Значит, там получается еще 20%, 30% более-менее свой концы с концами. То есть 50% получается э, население Кореи, они э, практически, практически нищие, можно сказать. И э, э, это расчет, по-моему, молодого руководителя, который, кстати, еще и не имеет такого, на мой взгляд, хорошего политического опыта, как и, какой был у его отца, но тем более у его деда спокойно. Uh -huh. а расчет на то, что это произведет впечатление на Китай, кстати, на Китай, потому что на, на кого ему опираться сейчас? Роси, Россия ведь, так сказать, не будет вмешиваться. И это правильно. Зачем нам, собственно говоря, влезать в вот эти дела, которые между Северной и Южной Кореей могут возникнуть? А, у нас там свои национальные, конечно, интересы есть. А вот Китай, он может повлиять и реально действительно повлиять на то, что будет делать Северная как он может, как он может повлиять? Ну, вы знаете как? Дело в том, что а, Китай фактически сейчас такой партнер, основной партнер для Северной Кореи, как я понял, а, вот со слов участников этой конференции ММО. А, и а, скажем, а, если, а, ну, банальный пример такой, если э, Северная Корея тот же мазут не получит, как это было и в прошлые годы, в 90-е помните, когда? Корейцы тогда, так сказать, начали активно проводить ракетные программы, вот проводить ядерные программы. Потом было такое соглашение подписано в США насчет того, что американцы поставляют мазутное топливо, а северокорейцы притормаживают свою ядерную ракетные программу. Вот теперь, так сказать, как бы США заменяет Китай, потому что мне кажется, что со стороны так выглядит, что для молодого руководителя Северной Кореи США это такая некая такая красная тряпка такая. Вот вот он не хочет вот идти, так сказать, на какие-то вроде бы не хочет на, на какие-то, так такие вот соглашения. А вот Китай — это удобный партнер. А как влиять он может? Ну, китайцы могут поднажать на вот этого молодого руководителя и в отсутствие, так сказать, такого большого политического опыта, и э, с учетом так того, что... вот, гость что... нашей студии, Но... господин Маслов, говорил наоборот, что Китаю выгодно э, военный конфликт в регионе. Так что же Китай будет поднажимать? Вы знаете, я, 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 я придерживаюсь другой точки зрения. Я считаю, что Китаю э, невыгоден конфликт э, между Северной и Южной Кореей, потому что это... Э, собственно говоря, результат этого конфликта неизвестен, а для Китая источник такой вот э, конфликт, конфликтогенности э, вблизи своих границ. Мне кажется, этот вот такой такой раздражитель Китаю не нужен. Вот такая моя точка зрения. На ваш взгляд, самый вероятный сценарий развития событий в наше время? А, ну, вы имеете в виду, конечно же, вот, вот прежде всего вот то, что сейчас происходит в отношениях между Северной и Южной Кореей да. и, и, и другие моменты. Вы Знаете, мне кажется, это закончится на а, том, что, может быть, будет, э, так сказать, если еще это не произошло, э, э, концентрация войск у границ, у этой линии Хаммун Джони, которая проходит через Ханмунджон, у линии, демаркационной линии, которая разделяет тоже Корею, концентрация войск с той и другой стороны, может быть, будут какие-то еще воинственные так сказать, такие призывы, но а, вот горячего конфликта, мне кажется, не будет. Спасибо большое. Спасибо большое. Напомню, с нами на связи был Владимир Сотников, старший научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений отдела Ближнего и Среднего Востока Института восстановления Российской Академии Наук. Алексей, я вижу, что вы рветесь ответить господину Сотникову, но мы сделаем это примерно через минуту после выпуска новостей. Ну что ж, мы возвращаемся в студию. Это Игорь Виттель, это продукт с Игорем Виттелем. В студии у меня Алексей Маслов, Игорь Короченко. Обсуждаем последние военные новости и их экономику. И проводим голосование 5533, русская буква А. Если в ближайшее время вы ждете полномасштабного военного конфликта где-либо в мире, 5533, русская буква Б. Ежели вы его не ждете, и пока все проголосовавшие не ждут. Никто не ждет испанской инквизиции, как было сказано у Монти Пайтона. А, Алексей, вы так э, размахивали руками, пока говорил ваш коллега, что я вам есть таки что сказать. Нет, я не, не руками размахивал, я мудро поднимал палец в жесть Иоанна Крестителя. Ага. Да. Я бы, честно говоря, хотел отметить три фактора, которые почему-то выпадают из нашего внимания. Первый фактор – это действительно очень сложная ситуация внутри самой Северной Кореи. И вот эти факты о том, что 15 по одним подсчетам, 15 по другим 20% людей живет за чертой бедности, это они всегда жили, к сожалению, и это не было проблемой именно для руководства. Там проблема в другом, на мой взгляд молодого Кима довольно часто обвиняют в особой слабости и в такой слишком мягкой позиции и на переговорах с США, и на переговорах с Китаем. И последнее отстранение от власти целого ряда генералитетов, генералов северокорейских могло привести к дестабилизации армии. А он вообще какой-то серьезный человек или игрушечный такой абсолютно? Потому что возникает впечатление, что ну правда, внешность у него несерьезная, особенно на фоне э, северокорейских генералов. Тут видел фотографию, где они сидят в зале, там огромное количество э, людей в достаточном возрасте, на, на фоне них сидит вот э, такой юноша пухлый, и э, э, в голове у него явно не ядерная война. А, мы знаем, что он любит э, японские мультики, любит а Тиснейленд. Также, а, а также прожил одно время в Макао. Да, прожил одно время в Макао, любит поиграть, любит японок, Денниса Родмана, баскетбол и прочие развлекухи. А, и здесь просто не надо воспринимать э, Ким Чен Ын как человека, который принимает единолично одно решение вокруг ким Чен Ына сформирована команда которая задача которой сейчас каким то образом вывести северную корею из не столько экономического сколько политического кризиса поэтому в данном случае не неважно в какие игры играет сам молодой ким важна э, та команда которая вокруг него сформирована она на мой взгляд по крайней мере то что я знаю это довольно относительно грамотные и э, целеустремленные люди с другой стороны, сейчас возобладал в его окружении старая гвардия, старый генералитет, который пытается на таком ультра левацком, что ли, витке э, выйти из ситуации. Никто не ожидал в Северной Корее, как продолжение этой мысли, что будет настолько резкая реакция мирового сообщества. Северная Корея, насколько я понимаю, ожидала, что Китай вступит в, долг, как обычно делалось долгие позиционные переговоры Северной Кореи. Потому что Китай всегда выступал в качестве модератора этой ситуации. Давайте поговорим, договоримся, задобрим Северную Корею. И тогда молодой Ким бы получал то, что хотел. То есть, вот видите, мы немножко пригрозили, взорвали, э, сделали ядерные испытания, запустили ракету и вот видите, к нам какие-то блага посыпались. И в это... А вдруг этот фактор не сработал, потому что Китай впервые за много-много лет пошел на очень жесткие меры, поддержал голосование в Совете Безопасности ООН, и это неожиданная ситуация для северокорейского руководства. Второй на мой взгляд серьезный фактор Китаю невыгодна война и даже конфликт в этом регионе Китаю, как ни странно, выгодно, чтобы был угрожающий фактор со стороны США. Тогда Китай, собственно, и может оправдать многие свои расходы. А вот расходы. сама война она невыгодна. Не Страшно невыгодна, потому что Китай в течение последних десяти лет всем показывал, что только он может управлять этой ситуацией в этом регионе. А тут выясняется, что он не может управлять, а тут еще и США появляется и тем самым надежды. Китая сделать из Азии э, монополярный мир, она рушится, а, Китай, а США возвращаются в свои позиции. Вот поэтому сейчас как раз действительно важна очень позиция России по этому вопросу. И у меня короткий вопрос с нами на связи по телефону к Алексею Арбатову, члену научного совета Московского центра Карнеги. Алексей, здравствуйте. Да, здравствуйте. А вы как расцениваете э, серьезный военный конфликт э, либо в Северной Корее, либо на Ближнем Востоке сейчас, вероятность этого конфликта? Серьезного военного конфликта в Корее не будет, может быть только случайное столкновение, если та и другая сторона не рассчитают сказать, свои действия и последствия. Но, Но никто его не хочет. Это было бы катастрофой для всех, и в том числе для северокорейского режима. Южная Корея может и дальше процветать и существовать сама по себе. Северокорейский режим крайне неустойчив, изолирован. что война, в которую тем более американцы влезут, это для них уже точно будет конец. Поэтому они они блефуют, они бравируют, в том числе и по внутренним причинам. Вот. Но никто там не хочет серьезной войны. А вот что касается ближнего востока, я бы сказал, что все-таки там серьезная ситуация, потому что Иран твердо идет по пути создания ядерного оружия. Израиль ни за что этого не допустит. Наступит момент нанесет удар, даже самостоятельно. И если то этого не удастся дипломатическим путем, Иран остановить, вознаградить, договориться с ним, дать ему гарантии безопасности, помочь в развитии мирной энергетики. Вот здесь много всяких пакетов, но если не удастся мирным путем это как не удалось в предыдущие 7 лет, то война там просто неизбежна. Просто неизбежна. Если это произойдет до того, Иран создаст ядерное оружие, то это будет война не ядерная, но с тяжелейшими политическими и военными последствиями. И экономическими, потому что можно блокировать армию параллельно. А если это произойдет после того, как Иран создаст, может быть тайна, то это уже будет, может быть война с применением ядерного оружия в региональном масштабе. По понятным причинам еще 10 раз. Вот так я оцениваю эти два конфликта. Спасибо. Напомню, что у нас на связи был Алексей Арбатов, член научного совета Московского центра Карни. Вероятность э, того, что это произойдет на Ближнем Востоке, либо Сирия, либо Иран с Израилем, ну, прежде, э, вот пока мы слушали сейчас новости, да, прозвучала новость, что Северная Корея обещает нанести удар по Сан-Диего, Гавайям, военным базам США. Э, вы же говорите, что это невозможно. Ну это блеф, это политика блефа, и я думаю, эти заявления в первую очередь рассчитаны на, собственно, аудиторию внутри Северной Кореи. А вы уверены, что это блеф? Да, абсолютно, потому что дело в том, что невозможно из ничего вдруг создать нечто. Есть определенные ракетные и технические возможности в Северной Корее. Uh, собственно, программа испытаний и потенциал соответствующих ракетных заводов известен. Поэтому вот так вдруг, знаете, как кролика из цилиндра достать межконтинентальную баллистическую ракету Пхеньян не сможет. Поэтому это, с одной стороны, блеф, uh, но ну, а с другой стороны, это как бы способ консолидации нации внутри страны. Плюс, опять же, показать на фоне вот этой воинственной риторики, то, что новый э, лидер КНДР, он держит ситуацию в руках и он ястреб. Я соглашусь с тем, что прозвучали оценки, что он не единолично управляет страной. То есть там ну некая такая как бы система, которая была свойственна для Советского Союза, есть политбюро, есть синклит, э, так сказать старцев, мудрых, да, ну не Кремлевских, а пхеньянских, э, которые принимают ключевые решения. Как у нас там вот э, войну с Афганистаном, вот наших войск принимало четыре человека. Вот примерно Та же, ну, с разными изъятиями, но модель примерно вот аналогична. Теперь, что касается войны на Ближнем Востоке, я не разделяю оценки академика Арбатова относительно Ирана. У Ирана нет возможности точно так же, как у Северной Кореи, вот взять и внезапно создать ядерную бомбу. В Тегеране сидят достаточно прагматичные люди, не религиозные фанатики, отнюдь. Там очень четко просчитывает, в том числе религиозное руководство, возможные последствия своих шагов и мер. Поэтому там прекрасно понимают, что как только будет запущена реальная военная ядерная программа, это будет означать войну войны, э, в Иране не хотят. Они хотят создавать, да, атомную промышленность, атомный потенциал, но пока исключительно в рамках мирных программ. Просто есть опасения, допустим, у США, там, у Израиля, что вот на базе вот этих мирных разработок, в случае, если будет принято... А в Тегеране соответствующее политическое решение, они смогут очень быстро, ну, иметь на этом базисе какую-то военную программу. Но далеко не факт, что Иран на это пойдет, потому что там прекрасно понимают, чем это чревато в практическом плане. Режим просто может быть военным путем сменен. Угу. Согласны? Абсолютно согласен и по первому, по второму пункту и, собственно, особенно по ситуации по Ближнему Востоку. А по корейской ситуации действительно, ведь давайте вспомним э, всю предысторию испытаний, точнее попыток запустить и, и, и северокорейские ракеты, испытать э, спутники, ведь они же не удавались еще в прошлом году. То есть года не прошло с массой неудачных запусков, и вдруг действительно, откуда ни возьми, северокорейская баллистическая ракета, это невозможно, более того, мы же прекрасно понимаем, что северокорейская территория прослеживается и просвечивается всеми военными разведками мира, и не только США, и Китая, и так далее. Поэтому такую вещь не соберешь на коленке и не сделаешь совсем в подполе. Ну, а если мы вспомним, простите, я перебил э, недавнюю э, компьютерную атаку на Южную Корею, а вдруг э, Северная Корея на самом деле давно сделала самую серьезную киберармию в мире, которая способна запустить не свою а какую-нибудь китайскую ракету на территории Китая. Его будет заваруха. Нет, мы довольно хорошо знаем, сколько приблизительно компьютеров находится вообще в Северной Корее. Да, поэтому понятия хакеров там, может быть, не существует. Да, вот. Почему это нет? Нет, хакеры-то, может, и быть, есть, но хакеры, которые... Нет, мы знаем случаи, когда российские хакеры с 286-го компьютера, кто помнит, что это такое, да, ломали... Ну, э, 20... америка... У меня такой был. Да, американские, в общем, сети. 8 мегабайт даже не оперативной памяти, а, по-моему, диск был 8 мегабайт. Да, и вот из какого-то то, что называлось еще в России интернет, в Советском Союзе интернет-кафе, э, русские умельцы это сделали. Но и провести вот эту вот DDoS-атаку да, на отказ серверов, это возможно только при наличии огромных вычислительных мощностей. Это, между прочим, не DDoS-атака была. DDoS-атака была позавчера, если мне не изменяет да. память, и она была не северокорейская. Э а вот когда в Северной Корее рубили от эфира и канал и два канала по-моему телевизионных и что-то еще южную, южную Корею отрубили да южную да Корею. южную да, да то, вот, говорят что это дело рук Северной Кореи было я бы предположил все-таки бы другое предположение в китайцы ну, это то, что можно достроить до реальности, угу. по крайней мере. Потому что сейчас... Никому к... не приходит в голову обычная мысль о том, что просто это криворукие южные корейцы. <свят> я думаю, что вообще Китай очень активно готовится к ведению информационной войны, или, по крайней мере, информационного обеспечения масштабной войны или локальной войны. Абсолютно согласен, да. абсолютно согласен. Был в прошлом году я на конференции по киберугрозам в Пекине. Я хочу сказать, что Китай очень серьезно анализирует вообще. У них сегодня военная доктрина дополнена новыми тезисами относительно того, что вот есть там традиционные, ну, условно говоря, да, поле сражений, да, они киберпространство рассматривают как самостоятельный вид боевых действий, это самостоятельное пространство. И я еще раз хочу сказать, что на уровне, заместителя начальника Генерального штаба Народно-освободительной армии Китая. Китайцы очень серьезно рассматривают операции в киберпространстве, киберзащиту, кибернападения. То есть это системное осмысление новых реальностей. Собственно говоря, это ответ на вопрос, кто мог атаковать южнокорейские серверы и вообще систему информационного обеспечения. А зачем вам это было? Это испытание, тест. То есть это были учения, просто обычные учения. испытания кибероружия. Учения. Ну, давайте поймем, что это наше предположение, мы просто пытаемся исходить из того, что мы знаем. Угу. С, э, Игорь? Ну, как версия, почему нет? Как в версия? Принципе. Как версия, почему нет? Тем более, мы видим сейчас, все начинают уже серьезно говорить о, даже, грубо говоря, неких конвенциях, которые должны сопутствовать ведению кибервойны. То есть, надо договориться грубо говоря, понятия, как в свое время были там Женевские конвенции там, и так далее. А скажите, Игорь, на ваш взгляд, вот сейчас Обама, который прокурсировал по Ближнему Востоку, есть мысли, что на самом деле он ездил договариваться, вот, после чего Израиль там замирился с Турцией, что ездил он договариваться об ударе по Ирану. Об этом вот, если не возражаете, после выпуска новостей ответите. Ну что ж, возвращаемся в студию. Это «Парадокс» с Игорем Витром. В гостях у меня Алексей Маслов и Игорь Короченко. И мы обсуждаем экономику войны. Игорь, вы начали говорить про Ближний Восток и зачем там был Обама. Договаривался ли он о нанесении Израилем удара по Ирану, либо давал добро на операцию в Сирии, точнее, не, не давал добро, а договаривался о реакции Израиля. Потом Израиль у нас, как мы видим, замирился с Турцией, турки с курдами, чтобы там на несколько фронтов не было, союзничков себе искал. Ну, я думаю, проблема Ирана, она пока отложенная, учитывая, что там впереди президентские выборы, то есть им надо дождаться раскладов внутри иранских, для того, чтобы дальше как-то планировать э, в практическом плане свою политику. А что касается Сирии, да, я думаю, что здесь консультация Обама проводил. Но в практическом плане все-таки все будет стратегически зависеть от того, насколько Башар Асад сможет удержать ситуацию под контролем. Пока угу. она такая достаточно противоречивая, сложная. Но, тем не менее, смотрите, пока нет такого прямого фактора иностранного военного вмешательства, ну, человек но держит Есть фактор активной поставок оружия. Да, вот это уже как бы тот фактор, который начинает совершенно негативно играть, в том числе на интересы России и на стабильность сирийского режима. Потому что если раньше поставки оружия шли путем тайных операций, путем спецслужб, они не афишировались, то сегодня на политическом уровне уже мы наблюдаем процесс, когда этот, эти поставки они будут вполне легитимны. А значит, следующим шагом может быть признание сирийского правительства в изгнании и, соответственно, его обращение как законного правительства может быть использовано для внешних военных акций. Но а пока политика совершенно четкая России, Китая, Индии, что никакого иностранного вмешательства военного во внутрисирийские события не должно происходить, поэтому ожидаем, что ну, Вы знаете, что это была по политика России по отношению к Ливии, однако же и на нас и на Китай. И... Нет, Ливию мы сдали, давайте ну, давайте сдали. Будем говорить откровенно. Москва сдали. на тот момент ну, сдала. Ну, сопротив... Да, но изначально сопротивлялись. Ну знаете, это и кто сопротивление тебе... было. Я хочу сказать: было две линии в российском руководстве: на поддержку э, Ливии и на то, чтобы Ливию сдать. Мы знаем, что Ливию сдали фактически. Но а кто, Скандальная... а кто он говорит, что не сдадут точно так же Сирию? Нет, я думаю, для Путина это принципиальный вопрос: он Сирию не сдаст. Это я абсолютно в этом уверен, что э, в практическом плане а те действия, которые были у нас в отношении, э, скажем, Ливии, в отношении Сирии не будет. Мы будем стоять до конца совершенно четко, что Башар Асад легитимный президент. Другое дело, что пытаемся договариваться о чем-то с сирийской оппозицией, там МИД, он играет в разные игры. А, но в практическом плане, я думаю, что абсолютно бесперспективно пытаться о чем-то договориться с сирийской оппозицией, Поскольку она уже обо всем договорилась там, с Катаром и э, с теми западными спонсорами и интересами, которые стоят за позицией э, вот этих вот э, аравийских монархий. А, ну, мы доподлинно практически знаем, что деньги как раз на войну в Сирии оппозиционной стране выделяют именно аравийские монархи а, и оружие поставляют при этом а, постанцам а, западные страны. Из этого мы можем сделать вывод, что на самом деле никакого конфликта между аравийскими монархиями и западными странами не существует. Нет, нет, а я не говорил, что существует. Я имел в виду то, что это, что за Катаром... Катар не самостоятельный игрок, он региональный игрок, но за ним стоят более глобальные интересы США, Великобритании, Франции. Да ладно, а вот на самом деле существует некая теория заговора, что это Катар руками американцев... Как бы Катар за всем стоит. Кстати, здесь... я слышал теорию, что на самом деле а руками Соединенных Штатов и союзников Иран решает свои вопросы в регионе. Ну, существуют такие... Посмотрите, а если вы говорили по поводу информационной войны, посмотрите на Катарство с точки зрения э, информационной войны, да? это мощнейшее пропагандистское оружие которое прикрывает очень многие вещи да аль джазира безусловно ему и... удалось ему сделать то что не делала ни одна другая арабская страна но ну, понимаете все таки наличие энергоносителей наличие региональных и между прочим не только региональных интересов если посмотреть и на сирию если посмотреть на рию мы в первую очередь видим что это выгодно катару деньги и амбиции, вот это сочетание, э, собственно, и двигает э, нынешним режимом в Катаре. Он наблюдает за тем, как конвертируют э, экономические э, преимущества за счет добычи углеводородов в соседние страны. А ему тоже хочется влиять на что-то. Естественно, он не может быть э, такого веса политического, как, допустим, Саудовская Аравия да, или там Объединенные Арабские Эмираты, но они хотят влиять политически, а за счет создания мощной информационной империи. И это им в достаточной степени удается. Но я не думаю, что именно Катар манипулирует настроениями американской элиты. Это такой лозунг, что Нет, вот можно. Катар не манипулирует настроениями американской элиты. Катар просто решает свои вопросы. Америка решает свои вопросы. Где-то да, вопросы здесь, совпадают. Здесь совпадение интересов, безусловно, чтобы свергнуть режим в Сирии. Но повторяю еще раз, я глубоко убежден в том, что Путин использует любые возможные рычаги. А они у России есть все-таки по линии спецслужб и других э, каналов, для того, чтобы держать ситуацию в Сирии э, в таком виде, чтобы исключить внешний фактор иностранного военного вмешательства. Потому что это будет означать, естественно, катастрофу для режима. Но сейчас, конечно, вот очень много будет зависеть, каким выводом придет вот эта комиссия во главе с э, представителем Швеции относительно того, кто и как применял химическое оружие. Потому что это один из тех козырей, которые могут дать Западу оправдание для каких-то военных акций односторонних. Спасибо, Алексей. Да, я думаю, что как раз это правильная мысль, что это тот момент, когда интересы Катара и США просто совпали на определенном историческом отрезке. Uh -huh. а второй момент, который мы видим, если действительно Ливия была сдана, то Сирию не отдадут. Не только потому, что у нас там есть наши интересы, но это та точка смычки, где Россия и Китай, эти интересы двух стран совпадают. И насколько я понимаю, постоянно идут и консультации по этому вопросу, потому что дальше отступать с этой позиции ни одна страна не хочет. У Китая колоссальные интересы в арабском мире и в Африке. Более того, Китай там видит себя как потенциального нового лидера, который способен, как ни странно, в будущем, не сегодня, регулировать та, ту ситуацию, которая а, там складывается, это вечно, вечно конфликтная ситуация. Плюс Китай, если мы посмотрим динамику, начинает выделять, точнее, начал уже выделять в последние 3-4 года колоссальное количество кредитов этим странам, в том числе и выделял Сирии, потерять там свои деньги никто не хочет. Поэтому здесь тоже происходит интересная смычка. И если мы посмотрим на голосование вон, вот как раз по новым э, инициативам в области ограничения продажи вооружения, посмотрите, кто проголосовал против этих инициатив. Три страны, э, о которых мы сегодня говорили, это Северная Корея, это, соответственно, Сирия и это Иран. То есть три страны, которые просто не хотят сегодня никоим образом регулировать рынок, э, про... то есть не, не хотят подпадать ни под какие санкции регулирования рынка продажи оружия, потому что тогда наступит, собственно говоря, кризис у них внутри. Вот это, э, за, за всеми этими санкциями, получается, создается э, коалиция, ну то, что обычно США называют осью зла, на самом деле неких стран-изгоев, которые никогда не совпадали по интересам и вдруг внезапно объединяются в новую коалицию Против политики США в самых разных регионах. То есть мы видим рождение нового геополитического, геостратегического расклада. Угу. А у меня вот по поводу возникает, никто не хочет терять деньги, а есть какие-то интересы. Я недавно, к десятилетию войны в Ираке, стал смотреть денежный расклад этой войны. Да уже раз мы об экономике говорим. Выясняется, значит, по самым скромным, самым консервативным оценкам, американского инстаблишмента, на войну было затрачено 800 миллиардов долларов. По верхней оценке тех же американцев, ну, как бы, учитывая некие косвенные затраты и так далее, э, которым я верю больше, от 2 до 3 триллионов. Хорошо, берем а выгодоприобретателей, берем, ради чего там война велась, ну, вряд ли же мы будем говорить о том, что война велась для того, чтобы не дать бандиту Хусейну э, использовать химическое оружие или бактериологическое, или что там у него еще искали. Его у него не было. Оружие так никогда и не нашли. И мы понимаем, что его и не было. Наверное, решали какие-то экономические проблемы, правильно? Например, доступ к, к иракской нефти. Uh -huh. Ну, допускаем, да? Берем э выгодоприобретателей, американские компании, которые стали разрабатывать иракскую нефть, суммируем их э доходы. К сожалению, у меня сейчас перед, рукой это, перед глазами таблицы нету под рукой. Но я посчитал там, что-то порядка они заработали на этом, ну не больше 10 миллиардов долларов. Вопрос о какой экономической выгоде может идти речь? А не надо воспринимать так все, подсчитывать, по крайней мере, так примитивно, что э, сколько вложили, сколько отбили этих денег? ведь э, возвращение денег идет прежде всего за счет геостратегического влияния в этом регионе и, и я, понимаю, и... я не, не считаю тупо в лоб да. я понимаю что как бы геостратегическое влияние мы получили разрушенный ирак соединенные штаты получили нестабильность в ираке а каком геополитическом влиянии значит, геополитическое влияние это значит что можно посчитать ну, более менее приблизительно потому что, во-первых, США закрепили даже вот в таком виде свое присутствие не просто в этом регионе, а в регионе вот этим фарси арабского мира, это раз. Во-вторых, надо понимать, что США всячески пытаются, не надо забывать этот факт... Не закрепили. Нет. Вот они а я утверждаю, по -по 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 что не закрепили. Они попытались. они попытались закрепить, потому что влияние США до войны в этом регионе было меньше, чем после войны. Но это влияние вряд ли стоит 3 триллиона долларов. Даже Если свободные деньги, деньги, почему бы не поиграться с этим? Не, ну Главное, был устранен враг. враг реально да, ощутимый да, да. враг. Здесь уже, извините, финансовые подсчеты, они да уходят какой, на второй. Какой враг? Для Америки Хусейн это было персонифицированное проявление зла. Абсолютно а точно. потом, что касается дивидендов, дивиденды получили в том числе военно-промышленный комплекс США. Это громадное количество нового оружия, которое было истрачено, надо было заказывать новое. То есть это стимулирование американской экономики. Поэтому как я раз Америка дум... выиграла очень многое. То есть давайте посчитаем тогда вместе со стимулированием американской экономики, я вас уверяю, что даже если мы посчитаем весь мультипликативный эффект, мы никогда не получим цифру даже близкую к триллиону долларов. Никогда. И даже если посчитаем геополитический эффект. Поэтому говорить об этом как о неком экономическом проекте... И это не экономический а мы проект, не говорят, а не об экономике. В любом случае геополитика она всегда сводится так или иначе к экономике. Ну Нет. а что в Афганистане американцы? Десять лет, извините, или сколько там я воевали? Бы, я абсолютно Результат, согласен. Это черная дыра, которая высосала абсолютно согласен. миллиарды, десятки миллиардов. Какой эффект? На какой экономический эффект проведения операций в Северной Корее для Америки? Да никакого. Никакого. Это все-таки да. рациональное. Не существует политической системы, которая для так или, все да. происходит. Для, ВП, для ВПК есть для определенных этих самых. А, ну, передача-то подошла к концу. Алексей Маслов, Игорь Короченко были у меня в студии. Это был Игорь Виттель. Услышимся скоро.